Вот я слушаю лекцию Поднебесного. Трансляцию там, точнее. Два часа с чем-то идет. Про психологию отношений. Он там говорит, что если тебя раз... Если тебя бросила... Ну, короче, девушка. То ты все равно ее любишь. Ну, вот у меня точно так же. Меня бросила девушка, я до сих пор ее люблю. Несмотря ни на что. И я, кстати, за все это время стал не авторитарной личностью, а наоборот. Более, ну, противоположной авторитарной, авторитаризму личностью. Я сейчас вообще хожу в церковь, где все, по сути, там, все, кроме меня, там, ну, являются евреями, которые проповедуют христианство. Я думаю, я стал гораздо лучше, чем был раньше, когда, ну, вот, когда у нас были отношения еще. Я попорол там разные свои проблемы, которые, ну, которые у меня были. Там, в общем, если бы она вернулась ко мне сейчас, допустим, или через сколько-то лет, я бы три ошибки исправил. Это убрал бы секс из отношений, принимал бы лекарства, нейролептики и флоксетин там, ну, желательно, ну, хотя этого и достаточно, но желательно принимать рецептурные транки и базовые нейролептики и антидепрессанты. И третье, я бы сразу женился на ней, причем в церкви. Ну, на полном, по полному серьезному женился бы там, как, ну, как вот там в церкви венчаюсь. Правда, я не знаю, как это, нет опыта, я не знаю, как там это делается. И никакой бы конкуренции у нас бы не было бы, как типа между художниками. По сути, если я перестану принимать антидепрессант, то я Роскомнадзорнусь через какое-то время. Ну или, по крайней мере, буду постоянно жить, пытаясь контролировать это, чтобы выдержать депрессию суицидальную. Да, в принципе, то, что он говорит там, это правильно говорит, в принципе, этот Поднебесный про отношения. Только в отличие от него, я даже когда тогда еще был
в отношениях я не заставлял девушку готовить там или что-то делать, и руку не поднимал никогда. А он поднимал руку и злился, что его девушка не готовит ему там, ну, жена. Или там что-то не делает, не помогает ему. Ну, у него такие взгляды жесткие. Короче, я не могу. Сейчас вот уже 5 часов. У меня уже 2 часа фигачит. Мне нужно нейролептиком закинуться этим хлорпротиксен. 45 миллиграмм надо. И уснуть.